Ставлю. А, рыба стоит уже. Смотрите, первая фаза не оносится. Если кто-то нахуй чуму не будет выносить, мне похуй, я ее буду диспелить. Я ГП не буду получать за вас. Так, и этот. Если кто-то чуму не выносит, у меня по таргету начисления, так что смотрите. Лехич там спрашивает, Гранбал, кто в танках? Я в танке, его и танке, он в ретрике. Кто личать держать будет? Как обычно, Войт. Даю проверку на баф и на пул. Браска, стяс, кулаки, гранбел, стяс, каски, дэнчик, стяс, монореги. Сапрот и петь. По поводу инеров. Отдаете по хилам по необходимости. Это первый нюанс. И второй нюанс. На ком нету саппорта, ну, я предупредил. Даю проверку. Еще раз. Артемию суманули или нет? Здесь она. Ну, здесь бы. Каск просит. Каск нету. Раздай каск. Ран бел, каски раздай. Еще раз проверку. По поводу ССов локов. Локи сами распределяете СС. Даете тем, кто, по вашему мнению, сдохнет. А, я не буду кидать. Оставлю вдруг валик. Какую-то вальку продавать будем. Привет, все здесь, все готово. Запускай, старик. Пиздец, я уже там наготове хилить. Забыл, что я РЛ. Ну, псоп, разбрасывай до время пула. Не забывай. А я могу тебе сейчас РЛ-ку передать? Ничего, никого не выкинет? Нет. Ставь себя. Нет разницы. Есть разница. Тогда лутера перекинь. Не боялся ничего. Леха перекинет. Кому-то вага будет водить. Маски. Он сам на себя поставит, если что, метку. Ты пройдешь через эти мучения сам. Главное это что? Не обосраться, так что давайте. Слышь, я 5 лет так учился. Главное в танке что? Не обосраться нас. Все в ваших руках. По поводу анонса второй фазы, старик, можешь поанонсить, если хочешь. Хочу. Трэш. Парей до найдет.
Роник. Имперчик. Леха, можешь двух мопчиков забрать? Ну, пока что нет. Мы можете в сторону выносить. Я проморожу вас на сквозь, и вы разлетите. Не достаю. Чарка, я вышел. Сферы только РДД сливайте. Забери как сможешь. Что забрать? Мопчик. Ну, пока не могу, если заберу, могу упасть. Бахаете в рейде, сова. Сова, бахаешь в рейде. Ой, это возможно придется тебе. Лича забрали мне. Только что смотрите аккуратно. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Прожмешься. В одну линию за босса встали все. Рахил парит. Еще ровнее в одну линию. Давай зубы кончим. Вальки. Осквернение 5 секунд, разбежались. Просил рейда, в чем проблема? Гимна хп даже сыграл. Просил рейда будет? Ложимся. 7 силам по 200. 70 ламп по 250. Давай ты за вас. Женек, а пока тут в Альках были. А при чем здесь я ГП? Там, блядь, в Альках хилы ты были. Видела, ты видела анонс, что они в Альках были? Я не видел. Альках? Ясен хуй, хила не будет. Мы это просто не успели отхилить, потому что половина... Я мой ХП отдал сразу же, как бей начал приседать. Начнем с того, что анонса не было, что в Вальках. Блять, значит не всем хилам, наверное. Ну, значит, те, которые не проносили, что они в Вальках, чтобы их Вальку первую разбивали. Я, блядь, поражал всё, нахуй, чуть сам не пошёл вас хилить, блядь, вживую, блядь. Такая же хуйня. Просто много было, не проносили, пусть хапают. Кто в Альках был? Кто в Альках был? Вон, два пишет. Хила? Что, чем занимались три хила? Я хилил. Не видно, блядь. Там рестор друид, который импакта 0 делает на заражение. Ну, Женёк. Всё. Один хил, грубо говоря, в Альке. Брод, не будет про хила, буду начислять больше. У вас, блядь, даже Т5 имеется, блядь, на это. На хилах.
Что с абсорбом? Почему рейд проседает? Я кидаю по КД-щи точки. Еще стараюсь диспелить. Ну пускай старый диспелит, я тупо на щитах посижу. На огурце тыкнись. Запускаю. Нас 5 тут, чтобы диспелить. Дроид не диспелит. Значит 4. Быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. 19 минут хватит сопрота? Да. Да. И будешь молить о пощаде, но я не буду. Просила не было, Вага. О чем тут говорить? Чума есть на шурках? Аккуратно. Да, чума есть, чуму диспелится в сторону. Ловушка там перед шуркарем. Милки аккуратно. Ты она можешь вынести. Не, ладно, не вынести, ты вынести. Вводи босса. Раньше времени не дисплеить. Блять. На рейде чума. Рано продиспелили. Ну нормально в общем. Просил рейда. Охуенно. Там где-то моб с вами бегает. Приведите мне моба. С чумой, который. Меня слышно? Блять, грамбел прибежал. Чума еще не гуляет. Локи, стоп, диспел, блядь. Локи. Минус, ложимся. Пизду. Пиздец. Начисли Локи 250. И диспеллером всем, блядь, 4. Чё так рано диспелем? Человек даже, блядь, только чума появилась, уже диспел. Какого хуя? Почему на себя Локи не видите?
в сторону выносить, пока ловушка. Это не значит, что в рейд. Они даже, блядь, вообще не двинулись. Секунда, блядь, не прошла. Чумы. А вы уже сдиспелили. Тебе первую чуму отнесли, да? Первую. Да. Первую. Только первую, да. И все остальные не донесли. Все остальные в рейде продиспелили. Потом по рейду, блядь, 16 таков хуярит, блядь, диспела. Ну эта чума ушла с моба, получается, с урдалака, правильно? Прибегает ко мне, блядь, тело с мелким трэшем, блядь, и забирает чуму. Мало что его сдиспелили, блядь, этот, в рейд, так еще и этот мелкий трэш, блядь, чума на мелкий трэш ушла. Хочу забрать мелкий трэш, блядь, забирать, говорю, подведите моба, блядь. Мелкого моба, блядь, сливают, и этот чума опять же в рейде. Просто так проанонсил, подведите мелкий трэш, блядь, на ком мелкий трэш? Сложно подойти в сторону офтанка? Старик, ты не стесняйся, начитай, блядь. Да у меня нет помощника. Да оно без помощника начисляется. По сколько? 250 для начала. С этого пула 500. Тоже третий пул. Даю проверку. Пока тут не дисплеит, старик. В смысле его класс друид не умеет. Отдача. Еще раз проверка. Отдача здесь? Он написал, сейчас подойдет. Открыть, я так понимаю, он написал. Нужно что-то. Начисляйте нахуй сами, я сам себе еще и за хила нахуй начислять не хочу. Не могу, у меня слезы наворачиваются. За ебаного хила. Чуму вынесли бы, блядь, только вы диспелите рано. Ну вот с меня, например, продиспелили рано. Я сразу побежал. Насчет других не знаю. Еще раз даю проверку. Жду еще одну минуту. Все, он подошел. Вижу. Неужели при
сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. И могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Или кто это подбегал еще со стороны орбиты? Хан. Таскиваю. Тусок Торбан Мига Вену. Что-то не бегите. Опять чума гуляет. Кто диспел? Где диспел? Тиммич твой БР. БР. Бафы. Я заберу. В одну линию залечем, встали? Готовимся к Вальку. Забираю. 10 секунд осквернения. 5 секунд осквернения.
РДД по валькам. Сразу выпрыгивай. То же самое. Все за плащ встали. Сейчас в одну линию. Твой план. Малый круг. На малый круг. Печенька хил. И подо мной скрыли. Кто в трусах? На ком сейчас было скрыли? Роня. Чё туда выносишь? Ты лево-право не понимаешь? Не, оскорняние, погоди. Рон в нормальном броне. Не, не выпрыгнули просто. Я с края вынес его. Он прям, смотри, прям на краю лежит, Лёх. Вот под вальки вынес. В смысле под вальки? Вальки левее летят. Не, смотри, вон вальк только полетел, Ромби. Смотри, япончик смерть видишь, где? Япончик? Ну, это валька? Да, меня взяла Валя, я вышел на внешний круг, под меня подбегает Фронни, разливает подо мной осквернение. Я стоял, вот он, видишь, Ром? Вот он, идет по кругу, по внешнему. Второй, который напротив трона. Скажи, там, вот здесь стоял. Почему там стоял? Хорошо, смотри, видишь, сейчас где лежит? Отдача лежит, видишь где? Отдача вот не вставай. Вот, япончик. Третья валька полетела. Вот я стою вот здесь, да. Я вынес осквернение. Ничего. Смотри, получается, вообще как вальки полетели сейчас. Одна полетела у трона, вторая, где сейчас япончик, третья, где отдача. В любое место, куда ты по осквернению не выноси, получилось бы под вальку. Ну, а я тут при чем? Я вынес ее на край. И он вынес на край, там просто люди не выпрыгнули. Блять. Он нормально вынес. Почему я говорю, по правую левую сторону должны стоять РДД зона? То есть опять же вопрос, почему вальки полетели, блять, хуй пойми как. Одна полетела за портал, ну там понятно был лог. Остальная, другая полетела у трона. Но и третья между ними. Потому что люди распределяются на полукруг. Потому что осквернение сразу после вальки. Вот они почему так полетели. Но смотрите, у нас как получилось? Здесь, то вот с этой стороны осквернение, правильно? Вот где я прыгаю, видите, да? У нас лич стоял вот так вот. Вот сейчас, вот я прыгаю. Вот он стоит вот так вот спиной сюда. Вопрос. Соответственно, по малому кругу мы расходимся. Я расхожусь, соответственно, и я выхожу осквернение, выношу вот сюда вообще. Если должны стоять за спиной, почему вообще сюда Валя полетела, вопрос? Да я тебе докладываю. Первое осквернение стояло, оно разлило, полкруга забрало. Был смешанный. Смешанные распределяются люди по полукругу. По полукругу люди разбежали, и вальки выбрали в одну сторону вот в эту топить. Да я вот понимаю, старик, да ты послушай, но все же стоят со спины лича, правильно, чтобы вали летели в одну сторону? То есть вот он стоит лич, вот он и вонная спина, вот он. Я прыгаю, вот как стоял лич. То есть они должны были полететь вот сюда, вот. Я выбежал вот сюда, вот вообще. Вот сюда. На край. А третья валька полетела вот сейчас, куда вообще я иду. Какого хера, типа, третий человек вообще тут находился? А я-то тут при чем? Я вынес. Нет, я просто говорю. Замечательно, прям. Теперь вопрос. Что я говорил, блядь, постоянно и тысячу раз? По поводу позиционки на лича. У вас идет, блядь, смежное осквернение. Какого хуя вы находитесь вот здесь, звездочки? Если вы должны находиться, блядь, РДД-зона, в звездочке и трусах. Лёш, еще раз. Вот здесь-то было осквернение вот с этой стороны. Вот здесь. Я знаю, вот. Что там было осквернение. Но здесь ну, было оно было разлито, видишь, вот почти вот до этой колонны. Вот до этой почти, где я сейчас прыгаю. И как мы могли здесь находиться? Я тебе говорю, звездочки стоят. Ты о чем вообще? Лич стоит, смотрит в сторону осквернения. Естественно, он стоит, смотрит в эту сторону. Звездочка? Леш, он сейчас вот стоял, вот так вот. Вот, он стоял лицом к трону, вот так вот. Вот как сейчас как он стоял. Ты должен... Вы запускайте его. За личом так, чтобы, блядь, этот... Лич... Ты должен примерно понимать, что лич смотрит всегда в сторону осквернения, блядь.
Так он смотрел в сторону трона, я смотрю на его лицо, соответственно, я вижу, что он смотрит в сторону трона, и я убегаю вот сюда, вот, вот сюда. Я откуда знал-то, что Валя в бок вообще полетит? Нет, я не спорю, давайте ГП, просто я не понимаю. Блять, когда Лич стоит на центре, у вас есть две сейф-зоны, слева и справа Лича. Все, блять. За Личом никто не стоит. За Личом могут только, блять, находиться милики отчасти. Все. Да не находился я за Личом, я стоял в стороне сбоку от него. Блять, вот я стоял в стороне, я стоял вот здесь, блять. Вот я стоял в стороне. Ты стоял вот здесь, блять. Это нихуя не сторона. Если бы ты стоял, блядь, вот здесь, в звездочке, на краю, где было разлито осквернение, блядь, вопросов бы не было. Не надо, блядь, разливать осквернение напротив осквернения. Обычно нормальные люди стараются разлить осквернение к осквернению, чтобы меньше, блядь, было проблем. По поводу Женуэн, блядь. Еще раз буду увидеть, как ты вольной походкой выбегаешь со сквернения, буду начислять. Ловушка на мне, смотрите аккуратно, чумой. Еще одну чуму дали. В другую сторону. Тебе зона. Yes. Ты вообще видишь, куда ты бежишь? Я ее не видел. Вначале я проносил ловушку на мне. Я понял. Я ее просто не заметил. Что с диспелом опять? Опять диспела нет, да? В смысле нету? Я лично диспелю вижу. Кого диспелю? Ну посмотреть, что идет вверху. Гримперсик. Знаю, да, пока ты поднимай гримперсика, лага чума на тебя. Гримперсик гранбела быстрее. Я не могу двигаться. Тут двигаться. Да ты, блядь, в ловушку бежишь обратно. Долбоеб что ли, или что? Ложимся. 1000. За такой мув точно 1000, блядь. Я перед Личом предупреждал, что у меня пинг. Я спросил перед Личом, у кого пинг? Специально. Ну, после Синдры говорил же, что у меня пинг, ничего не пинг. Надо было слышать, как я спрашивал. 1 грамм был. На панели ретрика поставь, пожалуйста, длань возмездия куда-то подальше от тех мест, где ты пальцем нажимаешь на обилки, чтобы не было такого. Тоже как-то фуриком там нажал, блядь. Следующая 2000. Смотрите, как мир рушится вокруг вас.
Так, мастерец КД 2 минуты. Лёха, вообще подстава. Стоять прям в этом тиреоне. Я проанонсил, что она мне ломает. Да я слышал, что ты проанонсил, даже я посмотрел. Но потом уже, когда нужно было перебегать, я ее просто уже не заметил. Тебе очень крупно повезло, что ты с той стороны бежал. Ну, это, понимаешь, это многоходовочка. Что-то мне напомнило, как кто-то из паладинов, кто у нас танчил, от ловушки улетел в трон. Портал вот есть. Даже улетел в колонну. Это коват номер 2. Коват 2 раза, да, отлетел. Ну тут на это, ну тут на всякий случай хорошо, что не умудрился второй раз туда забежать. Кто, я? Да. А нет, она пропала. Я посмотрел, она пропала, я пробежал уже. Коват умудрился отлететь и потом обратно туда зайти и снова вылететь, блин. А я еще такой, знаешь, типа, что за думаю, я надо было туда портал поставить. Денис, давай. Сейчас, секунду. Настрою аддон, стану. По поводу первой фазы, Клевец. Что за хуйня с диспелом? Почему Гринберчик умирает от диспела? От того, что ее не диспелили. Если вы видите, что вы, блядь, он не выбегает, диспельте. Ну и тогда ему начислю. Я все диспелы вижу. Кто, когда и что диспелит. Грубо говоря, если у вас секундомер там, блядь, не стоит на вуду, на хилботе, где, через что вы, блядь, диспелите. На этот. 4-3 секунды прошло, не двинулся, все, диспелится, похуй. Я не всех достаю диспелить просто. Те, кто ко мне подбегают, я сам могу продиспелить. Даю проверку. ДПС, блять, вагон. Тактики 0. Япончик, маски. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. На кону 2. Идешь через эти мучения сам. Смотрите, чтобы до 10 не дошли. Никто списывать будет 25%. Нормально. По 2,5к, да?
теме, в теме. Дисплей за чуму. Поиграем. Заберу, если что. Низкий какой-то, не узнал его, блядь. Не забывайте свой додисплей, 4 секунды держится сайленс. Что за херь вообще? Денчика там. Сьерра. Я у нас сначала добиваю. Волков прохилить. Все, забирай видео. В рамбе лок. Осквернение 7 секунд. 5 секунд. Прохиливаем. Волков в особенность. Пошли оттуда. РБД, доиграйте по трусам. Сразу выпрыгиваем. За плач прям. Малый круг, блять, какой плач. Сейчас малый. Прохильтери. Череп. Блять. А, 2002. Кто? Боюсь говорить, кто. По-моему, женек. Да. Ну как так, я не понимаю. Сказали же вам, где стоять. Он разлил на малом круге, просто там очень много людей было. Его же в любом случае нести надо. Оно прям под вальку. Оно прям под вальку. Еще раз масрез дайте. Да там... Там не две, по-моему, 1.8. Не, лага больше нету.
учитывая еще пинг и учитывая реакцию. Пинг 0.5, реакция 0.5, секунды у тебя есть. Это в лучшем случае. В чем проблема? Сквернение вынести. Ребят, мы же на прошлой неделе за второго драйва забрали Лича. Не хотят люди убивать. Все, следующее 4. Вага трейд. В ГБ положишь. Пивайте ману. После 4 уже будет бросить ледяную скорбь и сдаться. Лёх, можно вопрос? Вот если сквернение ловишь, сапоги скороходы можно юзать? Можно, но сквернение все равно останется на тот момент, где ты был. Ага, все понятно. Поэтому и спрашиваю. Отлично. Он разлинется именно там, где ты был. Я понял, понял. Оно типа скинется, как флаг на БГ. Да. Ну, выносится. Хорошо, если ты успел среагировать. Да что сложно вообще воспринятие? Количество человек. Тот, кто не волоёбит, тот вынесет. Смещается. А диспельцы там порезали. Ну иди поддержи, наверное, босс. Рахил, где Цорг, село? Да. Блять, чему нет? Стопните по боссу. Ушел. Есть на мелких, гляньте, чума.
Не вижу. Подводи сюда, пилом забиваю. Бьем гневных, клеем, забиваем шерпаря. Там вроде разошлась, нет чума? Вроде есть. Нет. Ливом сносим. Помогайте сферке, плюс. Вера долетела практически. РДД, чем занимаетесь? Инер бейбончик. Гневного, потом шелькаря. В апельсине вроде лог. Чё, веди там. В рамбе код. Осквернение 5 секунд. Войт. Выбрал пока лича на себя. Печеньки лока прохилить. Чё, где ещё? Перед лицом не стойте, кто там войт стоит. Гневного чуть-чуть добейте. Смешанное сейчас будет. Веду пока в сторону. Добейте. Встаньте туда по малому кругу. Гневного что там слили, нет? Что слили, можешь лича водить осквернение. Кто в трусах? Быстрее скажите. Быстрее в трусах кто? Меня почите. За плащ. Сначала лужа, по-моему, да? Осквернение 5 секунд. Залить центр. Ставь и через лича клеем шаркаря добиваем. Так, я в этой вальке. Да. Сука, нет, не вижу, да. В какой. Я в круге. Вальки перейти. Осквернение скоро. Осквернение 3, 2. Добейте две вальки там. Улетает же. Станы дайте. Жену я на дачу поднимаешь. Сейчас вальки будут залечать все. В одну линию. Пиздец. Шаркаря быстрее убей. Шаркаря пианист добей. В сторону шаркаря. Вот где лич? В треугольнике пианистом. РДД по трусам. Прокиньте рейд. Ему отдаю. Пиздец. Протопала разбивайте треугольники. Семыч поднимешь имперчик. Сейчас вальки будут из смешанные, короче. Слите все сюда, ближе к центру, блядь. Чё ты там лазит? Вот и к центру сместитесь, прохилить вас не могут. Меня взяла Валя, кружочек. Хил. Живой рейд, давайте Валик убивайте. Хилуйте. Осквернение 5 секунд. Лока прохильте. Ну блять, вы серьезно? Вот там Валька унесла. Убежали все пучнее к плечу.
похиливаем. Вы геры когда-то будете давать, нет уже? Чё ни геры не было? Старик женёк. Я хилю нахуй. Из-за свернения. Просил? Нахуй 4 КГП. Бейте. Еще сильно живы. Заражение кидывает. Вальки отлечу быстрее. Я сквернение сейчас будет сразу. Чё с Герой, блядь? Сложно после первого сквернения нажать одну кнопку? Или хотите побольше хилить? Я и так заебался хилить.